Здравствуй. Сегодня пожарим стейки форели на костре. Форель ничем не хуже лосося, уступает только по жирности, но это особо не чувствуется. Делим нашу рыбку порционно на нужное количество кусочков. Поливаем подсолнечным или оливковым маслом. Посыпаем специями для рыбы на ваше усмотрение. И солим крупной морской солью. Распределяю специи по всей поверхности рыбы. Вот так вот. Очень здорово, когда добрые люди подписываются на канал и смотрят простые вкусные рецепты и делают так же вкусно, как и на видео. Подпишись на канал. Рыбку в решетку и на раскаленные угли. Форель готовится минут 10, и все зависит от толщины ваших стейков. Переворачивайте каждые 2 минуты и не допуская появления огня. Вот рыбка готова. Поливаем ее лимонным соком. Лимонный сок помогает мясу рыбы не разваливаться и становится более плотным, и также придает пикантности вкусу. И подаем к столу.